Плевок таза при приседаниях со штангой. Из-за чего и как его убрать? Это одна из проблем приседающих. К слову, она может проявляться и при приседаниях без дополнительного отягощения. При опускании таза и бедер до параллели полу происходит скругление. Поясницы и ягодичные мышцы как бы кивают. Трудно объяснить словами. Лучше один раз увидеть. Клевок таза вызывает сразу две проблемы. Данное явление не позволяет приседать глубоко, из-за чего парням труднее добиться больших результатов в приседе со штангой, а девушкам развить ягодицы при глубоком приседе. Ягодичные мышцы сильнее растягиваются, из-за чего лучше и быстрее растут. Для девушек эта проблема даже актуальнее, чем для парней. Ведь если парень не планирует выступать на соревнованиях, то ему можно немного и не доседать. А вот девушкам, которые хотят увеличить размеры своих ягодиц, не получится их нарастить в должной мере. Будут расти ноги, а не ягодицы. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!